называется сбив удара не через уклон, а именно через сбив атака. Первый номер задача работать одиночными. Скорость средняя и можно даже чуть-чуть средняя. Одиночные либо левый, либо правый. Но обращаю внимание только прямые. Ваша задача делать сбив. Тут нет априори, что если он бьет левой рукой, я сбиваю правой. Я могу также бить другой этой же. Я также могу и с левой сбить. Смысл какой? Главное, у вас ошибка, медленно бей. Вы всегда делаете вот так вверх, а потом сбиваете еще раз. Вот так, потом сбиваете. В этот момент он вам пропустит. Поэтому ручки находятся здесь, и тут движение локтем. Вот. Вот движение. То есть, если вы будете стоять здесь, вы его кулак не заденете. Вот. И они не должны быть вот так высоко. Вы оголите свой корпус. Вот. Вот. И смысл какой? Вот просто после любого его сбива вы сразу атакуете. Обращаю внимание, медленно. Вы сделали. И будет, если пауза, он уже уйдет. Поэтому стараемся сбив и сразу удар. Еще раз. Сбив и сразу. Но при этом это не должно быть одновременно. Вот так, еще раз. Не должно быть одновременно. Он может быть хитрый. Поймал и сразу боковой. Другой, этой же рукой, смотри. Вот, видите, все. Если вы будете бить. А если по-другому, я раз, у меня все равно она это самое, как сказать, сокращенно двигается. Поэтому сейчас двигаемся. Двигаемся. Первый номер кидает. Раз. Два. Можно, смотрите, чтобы было интересно, каким образом двигаться. Сбили. То есть не на каждый сбив работать контратаку. Двигаемся еще раз. Да. А тот сразу защищается. Еще раз. Ушли. Провалили. Да. И любая комбинация. Если я буду застаиваться после здесь, ты атакуешь меня. Понятно? Еще раз быстро скажу. Бей медленно. Сбив сразу удар. Не одновременно. Сбив можно на этой. Бив вот это. Любая комбинация, понятно? Короче. Один работает, потом по команде другой.